Этот конкурс, организованный Комитетом гражданской защиты населения, прошел в рамках месячника безопасности людей на воде. Перед ребятами из детских летних лагерей дневного пребывания стояла задача нарисовать памятки с правилами поведения на пляже или предупреждениями о недопустимости купания в незнакомых местах. В данном конкурсе приняло участие около 60 детей. Хотелось бы поблагодарить и детей, и руководителей, которые провели большую работу. Ведь детям нужно было сначала объяснить, что от них требуется. То есть донести до них определенные знания по безопасности на воде. Нужно было вдохновить детей на творчество. Конкурс проводился в двух возрастных группах. Младшие дети от 7 до 9 лет и старшие от 10 до 12 лет. Наиболее активное участие в нем приняли Центр дополнительного образования и школа номер 18. Ребята из этих учебных заведений получили наибольшее количество наград. Почетные кубки, грамоты и сладкие призы юным и уже ответственным художникам вручил исполняющий обязанности главы города Александр Бурбах.